Много вопросов у нас есть к Министерству образования. Точнее, вот о чем мы говорим, по рациональному и эффективному освоению средств. Саринджипов, Аслан Бакинович, вы разобрались с этой ситуацией? Сергей Кингмедович, по заместителям, значит, подано заявление, сейчас мы вносим представление и будем освобождать от занимаемой должности. По ответ секретарю мы также внесем предложение по взысканию. Вот и с ними будем расставаться и в министерстве, и в вузах, и в других организациях образования. Все комментарии после... По данным Генпрокуратуры, 67 учителей были судимы. Как вы с этим будете бороться? После обеда все комментарии давайте. Вопрос, понимаю, учителей. Давайте. А хотя бы мне скажите,